Блин, мне так уже хочется каких-то великих потрясений в этой игре. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Subnautica. Сегодня у меня в планах попасть на базу пришельцев. У меня есть пурпурные скрижали, 3 штуки. Мы их сейчас всех с собой возьмем. Седлаем нашего симопа и понеслась. Для того, чтобы продвинуться по сюжету, необходимо заразиться заразой. Ну, раз игра хочет, чтобы я заразился, пойдемте заразимся! Кто звук издал? А, это ты. Фух, блин, напугал меня. Используем скрижаль. Ура, проходим вперед. Я помню, что я уже здесь был, но я не помню, что тут было. Спокойно спускаемся. Наиболее вероятный способ управления данным комплексом — попасть в комнату управления в нижней секции. Откуда ты знаешь, где это находится, эта штука? Смотрите. Ионный куб мы взяли. Это что-то, видимо, очень классное. Давайте попробуем с ним повзаимодействовать. Мы не можем ничего с ним сделать. Анализ узоров на стенах не смог определить их предназначение. Являются ли они эстетическими или конструктивными? Требуются дополнительные данные. Возможно, эти пришельцы еще используют магические руны для того, чтобы все работало. И еще один куб. Смотрите, компьютер. Попытка перевода. Есть что-то. Схема охранной платформы. Данный набор данных выглядит своего рода многомерной схемой. Путем сопоставления рисунков в трехмерном пространстве можно получить базовое представление о внутренней работе комплекса. Строительный материал. Неизвестный материал комплекса определяется как сверхпрочный. Химически неактивный сплав металла. Синтезированный из материалов не с этой планеты. Нет никаких признаков, что он может быть поврежден или разрушен обычными способами. Энергия. Схема указывает, что орудие питается от отдельной автономной электростанции, расположенной где-то на планете. Расположение не указано, но есть данные, что проектировщики намеревались использовать естественную тепловую энергию планеты. Планировка. Комплекс состоит из верхней инженерно-технической секции, где была найдена эта схема, и комнат управления, попасть в которую можно через защищенный полем лифт, либо отдельную подводную шахту. Управление. В комнате управления, находящейся в нижней секции, находится единственный известный способ управления комплексом. Однако схема не содержит подробного описания процедуры эксплуатации или установленных мер безопасности. А вот, собственно, и сам лифт. В таком лифте никогда не бывает неловко и скучно. Всем будет весело на нем кататься. Смотрите. Управление силовым полем. А, это можно сканировать. Загружены данные. Данное устройство не соответствует известным технологиям и выглядит инопланетным по происхождению. Энергия через этот терминал передается на близлежащее силовое поле. Технологии намного превосходят все встреченное Федерацией ранее. Тем не менее, есть большая вероятность, что он работает как обычный замок, которому лишь нужен правильный тип ключа. Окей, это по идее просто стекло. Нет, это вода. Мы можем сюда на симоте приплыть. Сюда даже, мне кажется, можно на циклопе приплыть. Да ладно, здесь можно строить. А я пробовал уже это или нет? Я не помню, я давно так играл в эту игру. О, посмотрите, какой-то офигительный бластер. Инопланетное ружье. Извлечь его мы никак не можем. А, здравствуй, куб номер 3. Точно такой же портал на самом острове мы нашли. И все? Зачем мы здесь? Смотрите, еще одна скрижаль. А это что такое? Он живой! Машина судного дня. Сканер показывает, что данное устройство содержит достаточную потенциальную энергию, чтобы уничтожить всю планету вместе с большей частью Солнечной системы. Опа. Это мы трогать не будем. Сканирование показывает, что комната управления комплексом находится за этим проходом. Давайте мы сейчас... Ставим скрижаль сюда. Отлично, идеально подходит. Вот оно. Вот это дивное устройство. Взаимодействовать. Ой. Вот сейчас на... Ай, больно мне сделает и... Установит, что я заражен, да? Или оно в меня вкололо заразу? Панель управления передает сообщение. Перевод. Предупреждение. Инфицированные лица не смогут отключить орудие. Эта планета находится под карантином. Самосканирование. Заражен. Бактериальная инфекция в вашем организме прогрессирует. Обнаружено раздражение кожи и реакция иммунной системы. Требуются дополнительные данные для определения штамма бактерии. Я понял, в чем прикол. Значит, нам нужно отключить ее, а для этого нужно вылечиться. Вот вся суть игры. Правильно? Неправильно. Ладно, возвращаемся на базу. Мне надо разобрать эту станцию и в другое место ее переместить. И желательно побыстрее, а то там левиафан плавает. Теперь давайте в какое-нибудь другое место отплывем. Вот, кажется, здесь я найду кучу всего полезного. Так, здесь мне никто не угрожает. Пожалуйста, что-нибудь, что-нибудь. Вообще нифига нету. Вот, вот, вот вход. Значит, у нас здесь ящик с водичкой. Это самое полезное, что я найду здесь, походу. Только бы не заблудиться здесь. Разблокировали отсек. Но здесь, походу, тоже ничего нету. Нет, стоп, вот генератор щита циклопа. Блин, мне так уже хочется каких-то великих потрясений в этой игре, чтобы внезапно что-то такое произошло, чтобы требовало от меня максимальной выдержки, стойкости, смелости.
О, нет, я дверь открываю в какой-то рык. В какой-то рык. А, все окей. Опа, здрасте, ящик с данными. Модуль глубины погружения циклопа, мод 1. Очень хорошо, что я наткнулся здесь на эту штуку. Чё-то... Мы входим в мертвую зону. Ой, здесь страшно. Стой! Нет! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Я испытал какой-то глубинный ужас, что аж мне вопль было трудно издать. Я, наверное, больше всего на свете боюсь увидеть это вживую. Больше всего на свете? Я боялся увидеть Евгения вживую. Ну-ка, здрасте. Ты что есть такое? Ты что такое? Фрагмент циклопского мостика. Еще два таких надо найти. А вот еще один. Так, ладно, все, надо отойти от того потрясения. Это было жестко. Давайте еще один мостик. Вот еще какой-то фрагмент лежит. Это ведь фрагментом считается. Это мостик циклопа. Третий фрагмент. Слушай, а может здесь просто впендюрим комнату сканирования? Давайте изучать, что тут можно найти. Фрагменты можно найти. Больше. Больше давай. Вот, затесался. Хрен тебя найдешь. Ты что есть такое? Энергопередатчик? А, это можно с поверхности, получается, энергию по проводу тащить. Вот это что-то очень клевое. Пожалуйста. Корпус циклопа. Еще нужно таких два найти. Цените еще один фрагмент корпуса. Фрагмент корпуса циклопа. Давай второй. И тут целая куча фрагментов. Сейчас я прокачаюсь как следует. Мать моя, неужели? Синтезирован новый чертеж циклопа. Тут еще какая-то хрень, модификационная станция. И она готова. Вот так вот. Сделаем так. Все собираем. Сейчас какой-нибудь пиндюрь ее. Давайте на гриб поставим нашу станцию. Итак, фрагмент. Посмотрите, это выглядит очень неприятно, да? Как будто это какой-то монстр-эмбрион. Фрагменты вот те вот здесь находятся. Какие-то очень важные. Почему они исчезают? Опять исчез. Опять исчез! Они, блин, все исчезают. А, потому что он в итоге понимает, что я уже это все юзал. Да, это все уже найденные фрагменты. Это все мне не нужно. А это правда дерево. Ну что-то типа дерева. Ладно, допустим... Мы нашли здесь все фрагменты. Но нашли ли мы все ящики с данными? Вон ящик с данными. Да чтоб меня. Смотрите, а этот ящик с данными почему-то находится на плаву. Потому что это кусок Авроры. Это прям круто выглядит. Точка входа обнаружена. Смотрите, здесь у нас, пожалуйста, что-нибудь. Модуль теплового реактора циклопа. Получается, какая-то новая деталь для циклопа. И это значит, что я все еще не могу его, да, сделать. Куда я попал только что? Мне тут запутаться, как нифиг делать. О, мы все еще можем дальше где-то тут нырять, смотреть. А, раскаленная прям на меня. А, прям на лицо. Ничего, до свадьбы заживет. Что ж, я исследовал полностью этот маленький обломок. Тут больше ничего интересного нету. Сейчас моя цель — это сплавать домой, попробовать скрафтить циклоп. Посмотреть, могу ли я это сделать и что мне для этого нужно. Кстати говоря, вы мне что сказали? Помните? Вы сказали, что если кинуть гелеобразный мешочек, вот так его можно кинуть, пырнуть его ножом, мы получаем семена гелеобразных мешочков. Как долго мы можем их получать? Вот он развалился на много гелеобразных мешочков. Что я хочу сделать? Вот что-то такое. Это вот она будет так сейчас стыковаться, да, по идее? О! А, и как здорово, у меня теперь есть многоцелевая комната. Тут мы сможем сделать окна. О, ты что там делаешь? Какого хрена ты тут прыгаешь? У нас, кажется, проблемы с базой. Кажется, водичка набирается. Корпус усилился. Однако вода все равно набирается. Усиление не сработало. Усиление, часть вторая. Так, теперь давайте попробуем все это залечить. Есть! Пошла прочь вода, прочь. Что вы делаете? Почему никто не хочет плавать? Гарри, ну-ка, разбуди их всех. Вот так, правильно. Они мертвы? Возможно, они мертвы. Значит, давайте ставим, конечно же, большущую кровать. Также я бы очень хотел поставить вращающийся стул, чтобы кто-нибудь приходил и смотрел, как я сплю. Итак, я хочу множество внутренних грядок. Хочу, чтобы все было в грядках. А, собственно, еще модификационная станция, да, нужна. Что? Воу! Ах ты тварь! Пришла на меня посмотреть. Что ты такое? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Так, титан, алмаз, свинец, микросхема, до хрена всего. И к моему большому сожалению, у меня все образцы лукового дерева испорчены. Но, может быть, я все равно могу посадить его? Так,
Типа растет, да? Растет! Ему наплевать, испорчен он или нет, он просто будет расти. Это хорошо, это хороший признак. Сейчас мы тут все посадим. Пусть здесь будут только луковые деревья расти, здесь будет расти вот эта вот хрень. А вот споры гелеобразного мешочка почему-то не растут. Это нужно, наверное, на наружной грядке. Типа вот, да, вот они будут расти. Ага, смотрите, растут! Стоп, погодите, это из одного гелеобразного мешочка у нас получается вот целых столько. И это сколько? Надо посчитать. Шесть гелеобразных мешочков из одного. Их надо больше. Как-то так. И у меня здесь куча вот этого мусора осталось. Надо убрать. Давайте, валите отсюда. Валите с моей пазы. Пожалуйста, покажи, что можно сделать циклопа. Транспорт. Циклоп. Эмалевое стекло, смазка, пластил. Вообще все это есть. Я набрал все необходимые ингредиенты. Теперь мы готовы. Наконец-таки. Да! Да, бэтч. Бабах. Ай, циклопушка. Как мне хорошо сейчас, вы не представляете, как мне здорово. Поднимитесь на циклоп, и с удовольствием это сделаю. О, да! О, да! О, да, здесь так много всего, много хранилища. Я могу все здесь еще застроить. Как вообще циклоп изменился с тех пор, как я был последний раз в нем? Мне кажется, супер изменился. Энергоячейки все здесь. Тут должен быть Симотик наш. А тут капитан Скруп... Да, 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 конечно же. Как мы его называли в прошлом? Планктон. Сделаем его максимально невидимым. Под водой вот он будет такой. Потом будет одна полоса очень невидимо синий. Другая будет полоса голубейший. А третья будет название красное. Вау, смотрите, что-то новенькое. Освещение темно и красиво и страшно немножко. Внешнее освещение... Это экономит нам энергию, я понял. Потом, это его состояние, это огнетушитель. Даже и не знаю. По идее, нам теперь нужно все это переместить на циклоп, всю нашу базу. И уплыть куда-нибудь туда, дальше. На глубоководье и там построить базу. Но сначала давайте послушаем сообщение. Говорит спасательная капсула 2, координаты прилагаются. Мы уже прошли безопасной глубиной и теряем кислород. Нам придется всплыть на поверхность, но это 500 метров строго вверх. Мы доберемся до точки сбора и будем держать вас в курсе. Ю, конец связи. Она же сказала, координаты прилагаются, но я что-то не вижу, где они. Ладно, не суть. Сейчас наша задача все перетащить. Это будет долго. Стоп! Погодьте. А я не зря ли я все это делаю? Что-то сейчас подумал о том, а как же я буду своего вот этого крабика прицеплять сюда? Тут есть место для крабика? Ой, там у нас потоп на базе, кажется, да? Ау, 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 ау. Погодите, что-то открылось. Нет, его нельзя. Вот это дерьмо. Значит, будешь наверху стоять. Вот так. Все, тут и стой. Включаем двигатели. А, черт. Прости, крабик. Значит, мне не нужно всю базу разбирать. Разберем только часть. Все-таки мне непонятно, чего она вдруг решила затопиться. Я же вроде ничего такого не сделал. Да? Но почему-то пробоины все равно случились. А, это база. Ну, неудивительно, что я хочу свалить отсюда. Значит, я перетащил свою базу, что-то оставил там, и придется крабика оставить тоже на время здесь. Почему-то толстяк к нему особо любопытство проявляет. Давайте изучим циклоп. Вот тут есть какая-то пусковик приманки. Блин, кажется, мы будем приманить каких-то тварей стрёмных. А вот улучшайзер. Вот сюда мы ставим эффективность двигателя. Давайте улучшим нож. Это пока все, что нам доступно. Погодите. Мы можем куда-то сюда впендюрить грядку. Пусть растут здесь луковые деревья. Кстати, реально очень питательно получается. А теперь последний штрих на сегодня. Это модифицировать все, что мы можем. Баллон сверхвысокой емкости. Ой, блин, 225. Модуль погружения мотылька, второй уровень. Пластиловый слиток, магнетит и эмалевое стекло. Так, эмаль нужно искать. На! На! Мы же таким образом можем выбить у него зуб? Получай! На! Я же четко в зубы целюсь. На, по яйцам. А, нет, это не работает, оказывается. Есть один зуб готов. И теперь модуль улучшения готов. 500 метров глубина. Теперь уровень погружения мотылька просто... Превышай!
Quiet! Говорит штаб-квартира Альтеры. Это, возможно, наше единственное окно связи. Мы не можем послать спасательный корабль до самого места крушения. Так что, Аврора, вы должны будете просто встретиться с нами на полпути. Мы загрузили чертежи! Все внезапно меняется, я ничего не понимаю, что они там говорят. Я все пропустил. Надеюсь, вы просто увидели это все и нажали на паузу, и все прочитали. Что за код? Что за код только что сейчас был? Код каюты капитана 2679, наконец-таки! Вот у нас и задачка на следующую серию появилась. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. И скоро у нас ждет супер много всего нового и интересного, чего мы еще с вами не видели. По крайней мере, я точно не видел. Если вы хотите это увидеть еще разок или впервые вместе со мной, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. А с вами был Юджин, и всем пять!